Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании результатов парламентских выборов и задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского. По ее словам, Евросоюз сам лишился европейского будущего из-за наплыва в Европу мигрантов. Как отметила Захарова, это произошло также из-за того, что США обвалили европейскую экономику, переманив к себе флагманов бизнеса. Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить европейским будущим, просто глупо. Лишение будущего – это лишение независимости и национального интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее, подчеркнула Захарова. Она также напомнила Зурабишвили, что ее двоюродная сестра, французский политик Элен Каррер-Данкос, разочаровалась в ЕС. Отметим, Зурабишвили не признала выборы, заявив, что это то же самое, что приход России в Грузию. Затем президент обратилась к гражданам с призывом не допустить прихода России в страну и анонсировала акцию протеста 28 октября у здания грузинского парламента.